Доверить свою мечту маленькому водному фонарику решились более 100 жителей и гостей города Одинцово. Воскресным вечером центральный водоем заполнился едва уловимыми огоньками, исходящими от фонариков желаний. Знаменитый петербургский проект «Вместе зажигаем» добрался и до Одинцова. В Одинцово мы приехали из города, тоже соседнее по Москве, это Балашиха. Мы вчера проводили там очень крутое мероприятие. Вот, и в пятницу мы были в Щелково. По задумке организаторов, участникам фестиваля нужно было опустить фонарик на водную гладь, предварительно загадав желание. При этом фонарики различались по назначению. Цветок лотоса предполагал пожелание с духовным контекстом, куб – материальную составляющую. Большинство мечтателей выбирали комплекты, чтобы и в доме все было в порядке, и на душе спокойно. Ну, чтобы желание загадать и пустить, чтобы оно все сбылось. Ну, как-то вот так вот вышло. Загадать хорошее желание и что-то окружающим, какой-то посыл положительный дать, это в любой форме можно делать. Это абсолютно не важно, какую основу под это подложить. Главное, что вот здесь, внутри. Виктория и Владимир вместе со своими дочками приехали в Одинцово из Кубинки, чтобы принять участие в фестивале. Перед запуском фонарей на воду для гостей праздника была подготовлена концертная программа с участием местных исполнителей. Ровно в 10 часов вечера центральная площадь погрузилась в романтическую тишину, наполненную палитрой желаний. Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».